Всем здравствуйте, у меня утро. Налила себе кофейку, как обычно опаздываю. Меня посетило вдохновение, и я крутила-вертила. У меня такие блинчики. Начиночка мяса, капуста, лук, морковка. Все это потушила хорошо. И шарлотка. Делала также рагу, но его я не буду показывать. Шарлоточки вот так вот чуть-чуть кусочек себе еще отрежу. Не знаю, влезет, не влезет. Я давно уже такое не ела. Печеные пироги, торты. Ну, домашние можно, я думаю, да? Начнем с блина. Не пробовала вчера. Божественно. Не пробовала, потому что испекла уже. Ну, к примеру, наверное, уже было половина десятого точно. Все. Тютелька в тютельку. Ни лишнего блина. Ни лишней ложечки начинки. Вот так вот очень интересно, чем просто с мясом. Не видно, наверное. У меня здесь яркий свет. И получается, как будто видео пересвечное. Никаких фильтров я не использую. Не умею. Прям вкусно. Вот идеально будет, если такая еще начинка для пирожков. Ну, чтобы отчаяться на пирожки. Не могу. Вкусно. Вот вы знаете, такое питание меня вполне устраивает в плане, что я ем всего по чуть-чуть. Сладкое практически исключилось в рациона и стала себя чувствовать гораздо лучше. Если я чувствую, что я хочу сладкого, беру одну конфетку. Вчера съела конфету. Неудачная конфета, невкусная. Ну, больше не стала экспериментировать. Невкусная, не буду такие есть. Хотя в офисе у нас открыли коробку. А они что-то вообще. Как какой-то пластилин или соя. Три танкиста. Вкусно. Правда. Тщательно жуем. Ну да, то есть самое главное не накидывать, вот мне, это я за себя говорю, никакая не диета, ничего, просто разгрузка для моего ЖКТ. Да, мы ели на прошлых выходных шашлык, ничего не было. То есть я покушала его без хлеба, мяско. Чай был. И все. Я наелась. А на следующий день у меня там кашка с утра была. Ряженочка, йогурт, творожок. Все по чуть-чуть. И вот на таких дровишках выезжаем. Шарлотина. Много яблок положила. Попробую. Ой, вкусная. У нас на даче еще яблоки. Так они там прекрасно лежат.
Вот сейчас, думаю, домой привезем. Будут портиться. А что там опять из них? Вываривать сок? Не знаю. Вкусно. Очень даже. Я довольна. Еще в обед рагу попробую. А вот они вам углеводы. До начала моего рабочего дня, чтобы вы знали, 12 минут. Серафима! Ну ты чего? У нее кошке 3-й год. Познакомились мы с ней случайно. Она меня надыбала. Я шла в джинсах. Вот сейчас я тоже в джинсах. И она, зараза такая, забежала на мне, по мне, на джинсах. Она сейчас вот на мужа вот так вот на плечо тоже запрыгивает. На джинсах. Если он в джинсах, да? Моя кочка маленькая такая, холёсия. Где ты ладно сюда лярить-то? Ну, с холодной. Гуляет она у нас. Либо в общественном тамбуре, либо... на балкон и просится, так как вот мы когда живем на даче, как на улице, да. Забирается когтюшками своими под джинсом, это, наверное, память какая-то у них, что ли. Так что вот так, любить своих животных, кормить своих близких вкусно и быть здоровы. А я вас обняла и до новых встреч, пока-пока.